Приветствую, друзья! Продолжаем наше похождение за сербов в Италии. Очередная серия. Возможно, предпоследняя, возможно, последняя. Посмотрим, как пойдет. Но я хотел бы это прохождение закончить взятием Рима, на этом успокоиться. Поэтому не знаю, как здесь получится. В любом случае, нас сегодня ждет вот эта мощнейшая битва нашего Раска Беспощадного против Иоанна 22 в Батакте. Серьезный противник, множество элиты папской гвардии, целых 7 отрядов, может даже больше, 8 отрядов папской гвардии, 1440 супер отряд. У меня ничего такого даже близко нету. Вот, будем сражаться, будем их пытаться уничтожить. За них еще и гарнизон, тут он полстеком ребят, правда, некоторые отряды коцаны, но тем не менее, у них еще 2 отряда папской гвардии, плюс всякие ополченцы, морячки и всякое другое. Все это перебить, убить. Поехали! Так, я готов, друзья. Интересное сегодня у нас будет построение, довольно-таки необычное. Войска пехотную вел немножко на горочку. Здесь нашим арбалетчикам будет гораздо удобнее стрелять по противнику, поверх наши войска. Конницу всю поставил для... Сразу же будем наносить мощнейший чардж. Так, пехоту забыл. Пехоту уберем. Пехоту она здесь пока не нужна. Потом пригодится. Эти, конечно же, полетят на обстрел. Так, все. Полетели, друзья. Полетели. Прямо сразу. Мощнейший чат, чтобы противник понял, что мы с ним не намерены шутить. От слова совсем. Подкрепления не спешат на помощь врагу. Ребята, я офигею. Это смешно. Это смешно. Так, работаем. Пошел чардж. Хорошо вошли. Теперь главное выйти. Еще чардж. Хорошо, выходим. Отлично. Отходим. Отходим. Очень неплохо вроде промассировали, друзья. 12%, не шутя. 12%. А? Каково? Вот это я понимаю, мы сходили в чарджик. Отлично. Здесь ребята тоже развлекаются. Отсекли. Взяли на себя 2 отряда супостата. Будут им развлекаться. Это хорошо. Арбалетчики уже работают. Все, все отлично, ребята. Просто великолепно. Ага, работают. Я вижу, как они работают. Вот прям вот заработались, походу, все. Ну-ка вот по этим ребятам, может быть, вы постреляете, нет? Не люблю арбалетчиков. Вот именно вот по этой причине, что они... Постоянно начинает вот это вот всякое разное начинает придумывать. Никому не нужное. Ну-ка, в охрану полководства. Ну-ка. Ну вот что, замерзли, что ли, я не могу понять. Какого хера вы не стреляете? Это вы меня типа это обходите, что ли, да? Ну-ка, идите, разберитесь с ними. Так, что там наша конница-то? Да все хорошо, конница. Все просто отлично. Если ничего не изменится, мы победим. Нам теперь бы чардж бы выйти еще бы. Так, отходим. Где еще-то один отряд? Вот он. Тоже отходим. Так, все арбалетчики должны вот сюда работать. Так, спокойно отходим. А здесь что? Здесь я забыл про один из отрядов. Ну давай, вон там. Развлекемся.
Хорошо накидывают, отлично. Пока отходим. Заманиваем противника в ловушку. По-другому не скажешь. Так, здесь пока вот так построимся. Отлично. Здесь что? Ага. Так, арбалетчики. Как насчет того, чтобы заняться чем-то более полезным? А, подкрепления таки появились, да? Хреново. Так, побежали вон туда, на стрелков. Здесь ребята пошли сюда, этот отряд. И хрен знает, пока отойди. Бам-барабам-барабам-барабам, пока пробегаете. Так, вы убейте вот это говно одного. Вы отойдите. Так, отлично. Займитесь арбалетчиками. Вот эти два отряда тоже заводим в спину. Так. Ну-ка, отойди. Отойди, дружок. Хвала Господу! Мы убили их полководца. Отлично. Они обречены. Конечно, они обречены. Они просто в жопе, скажем так, честно. Ушел Иоанн к своему богу. Короче, успехов им. Так, этих мы разогнали, шакалов. Давай сюда чарджить будем. Вы, ребятки, морячками займитесь. Вот только вот без этого занимайтесь, да? Так, здесь надо отойти. Подкрепление там что, не чешется, да? Так, парни. Отходим, парни. А где у меня вот этот отряд? Ага, он чаржит. Хорошо, чаржит. И я не против того, что вы чаржите, ребята, совершенно. Так, арбалетчики, займитесь вот этим говнецом. Так, вот этот отряд, значит, чаржит сюда, ты сюда. Ох, Гена-то 12 рыл осталось, слушай. 12 рыл, это мало рыл. Это очень мало рыл. Так, вот здесь вот проблемы. Убегаем вон туда, убегаем. Так, здесь вы. Давайте строитесь, чарджить будем. Так, здесь, значит, вошли. Давай вот этот отряд добьем уже, папскую гвардию. И сможем уже дальше пойти. Арбалетчики. Давай один отряд сюда подальше отведем. Здесь все хорошо. Надо вот тут помочь. Сюда наяриваем. Так, здесь вы все. Все, отлично. Вот все шоблы вот за этими пешими рыцарями. Один отряд, наверное, даже может заняться чем-нибудь другим. Вот сюда вот влететь. Еще один отряд вот сюда влетит. Да, вот остальные займись. Там сперва пойдут франки, потом не франки. Так, здесь мы влетели хорошо. Давай отойдем. Два отряда. Ага, вот за этим говном летите. Здесь два отряда пеших отошли. Вот сюда. Хорошо. Работаем, парни. Так, здесь. Не знаю, отойдите лучше. Так, тут чардж. Чардж удался, на мой взгляд. Да, папскую гвардию мы промяли. Спинку хорошенько. Стоят насмерть бедолаги. Ген, ты что делаешь? Псих, что ли? Я тебя туда не посылал. Вот зуб на отсечение даю, я тебя туда не посылал. Ты что, болеешь, что ли? Ты что? Так, здесь шобла. Вроде как все, да? Так, займись вот этим. Ты займись, значит, вот этим. Гена, отдыхай. Давай куда-нибудь сюда. Ты тоже сюда. Здесь разобрались. Немножко отойди, ты тоже немножко отойди. Так, отряд. Ну, серьезный батл.
Так, конницу выйдем. За всем этим успевать, конечно, следить, и это офигеть не встать. А, арбалеты вот сюда наёриваем арбалеты. Хотя лучше, наверное, не наёрить, сейчас туда конницу ударят. Так что вы пока позицию поменяете. Так, вы убегаете, да? Ты сюда подбегай поближе, ты сопровождай. Вернись, убивай. Гену бы не потерять. Ага, он убивает, хорошо. Тем временем у нас здесь. Вот никак они вот этот отряд не могут смять. Это очень плохо, там уже подкрепление, он спешит на помощь. Чип и Дейл, мать их за ногу. Так. Сосредоточить вот сюда свой огонь на этот отряд. Уходите, парни, уходите. Сейчас мы тут будем перестраиваться. Вот. Здесь, значит, у меня три отряда. А, это эти ребята. Так, вот сюда иди. Тоже сюда иди. Вот они за мной, суки, гонятся. Ну-ка, арбалеты, наподжали. Ох ты же мать, забыл, друзья, про отряд свой один. Уходи, парни, уходи. Да вы тоже уходите, парни. Вас сейчас нам арбалетчики собственно перестреляют. Так, чё стоим? Иди помогай. Ага, я вас понял. Хер бы там. Не пешком, бегом. Что у нас здесь происходит? Здесь у меня Гену атакуют в наглую, причем. Выходим, парни, выходим. Можно построиться и нормальный чаш провести. Вот эти бегунки быстрее конец летают, уроды. Так, нормально. Вот здесь пошли сюда. Тоже пошли сюда. Че стоим, кого ждем? Так, здесь справились. Один убегает. Два отряда выходят сюда. Будем чардж делать. Так, здесь у нас что? Так, собрались по этому отряду. Конечно, мы ее выигрываем. Какие могут быть вообще сомнения в этом? Что мы ее выигрываем? Хорошо влетели. Я это видел краем глаза, правда, но видел. Шикарно влетели. Так, здесь зашли и в тыл. В тыл, друзья. Работаем в тыл. У меня здесь половина пехоты участие уже не принимает в этом. Во всех отношениях прекрасном действии. Ну все. 24 армии, друзья. Четверть армии у нас ушла. Ушла погулять. Навсегда. Ну, может, еще восстановить получится. Мы убили их полководца. Они обречены. Конечно, они обречены. Какие могут быть в этом вообще сомнения? Сейчас еще сзади у вас. Ух ты, падают-то как наши кони. Кони-то как падают. Ну правильно, на копье-то. Да я еще и легкую пехоту, конницу точнее, послал. Жесть. Какая жесть. Догоняем, убиваем. Конница где там? Вот за ними, вперед. Не тех выбрал. Здесь все, да? Да. Потери, конечно, друзья. Чума. Но мы всех этих негодяев смогли. Армия, которая смогла. Тут самый раз, когда уже 7 человек осталось. Жесть. Кто это там убегает, а? Что за паразиты? Почему не преследование не ведем? Иди, убивай. Но здесь нехорошо получилось. Не заметил я легкий отряд конницы и послал его на копейщиков, конечно. Они
десятину свою потеряли из-за этого. 32%, друзья. Жесть. А чё, всё? Всё? Действительно всё. Пишут нам, что победа-то непростая, а героическая, не шутся. Перебили трёху, просто 3000, да? 1 к 10. 300 наших героических сербов отдали свои жизни, чтобы убить 3000 папистов. Ну что, отлично. Давайте смотреть, что там из этого всего теперь получилось. Ну, конечно же, казнить. О, еще один стек там. Ну, там у них много стеков-то. Не шутя. Здесь 2, там 3. Но их сразу было прилично. Так что еще воевать и воевать. Тем временем Иоланта Булундоси хочет обручиться с Гергеликаном. Рыцарь, командир. Терем-терем, доктор военных наук. Но учитывая, что у нас уже отлетел один командующий, плюс второму королю нашему тоже уже лет немало, то в принципе можно взять, пусть будет. Это неинтересно. Стабилизация обстановки, нам 9000 дали, да? Это неплохо, это совсем неплохо. Вообще по деньгам у нас все неплохо. Просвещенная держава, да ладно. Хе-хе. Свадьба, где-то у меня. О, а ты у меня в хорошем месте появился, да? И отправим мы тебя, дружок, куда-нибудь, наверное, в Палермо, да? Наверное, да. Кто-то ж должен. Почему не ты? О, здание, отношения превосходные, еще бы. Начала война между Венецией и немцами. Хе-хе. А когда вы успели помириться-то, мне скажите? Новый член семьи Ивица Пок. Новый член семьи Изабелла Форгах и Лея Неманя. Сразу трое. Но неплохо. Раска плюс 3 командованию взял. Мартон Пок, жупан Сербии. Ты меня где такой, красава? А в Белгороде, ну да. Ну вот здесь вот как раз отец-то помер. Типа отец. Вот. А здесь на обучении как раз этот Мартон Пок-то и сидит. Школьник первый год. И ты вроде же не первый год сидишь. Ты чё? Чё-то как-то стрёмно. Ну ладно, давайте глянем, где это у меня все это прибавление в семье. Ага, это значит, вот он, да, Мартон Пок. Забацал, но кишки. Я-то думал, у тебя, Милош, а ты все прохлаждаешься. Так, вот она, Изабелла Фургах. Да-да-да-да-да, помню-помню. И Лея, это у Роланда. А, это значит внучка как раз Раска нашего. Здорово, чё. И это здорово. Ну, еще плюс строительство брашев часовням. Дальше там поля строятся, хорошо. Белгород. Поля построили, теперь церковь, дальше. Я даже не знаю, что здесь. Нам вообще, по идее, эта крепость не особо-то и нужна. У нас есть Рагуза, у нас есть Будда. У нас есть София. Ну, блин, мы ее переделать не можем. Ну, давай поля тебе вот заложу еще. Редж де Калабрия построилась церковь, да. Ну, вот еще школу закажем на будущее. Пока есть такая возможность. С этим все. Так, что у меня тут? Вообще у нас хорошенько так подставился Рим. Вы смотрите, здесь рядом с Римом стоит отряд. Да, и мы можем с помощью него, если он не убежит далеко,
мы можем выманить гарнизон Рима, уничтожить его и сделать им всем больно-больно. Как вы думаете, получится у нас такое? Мой король. Что ты будешь делать? Ну-ка. Да я же один конный отряд просил, нахрена ты мне так же сделал-то? Ё-моё. Вот засада. Короче, дело к ночи. Вот так подсохранимся. Вот сюда идем. Вот на тебя нападаем. И они действительно выходят, друзья. Но они чувствуют, что они не слабее количественно. Вот, примерно одинаковые. Поэтому командир Григорий X совершает роковую ошибку. Он выходит из города. Из-под укрепленных стен. Неожиданное решение для столь трусливых товарищей. Морячки, итальянские ополчанцы. Это все фигня. А здесь три отряда гвардии. Три морячка. Пехотинцы, один стрелок. Вообще ни о чем. Ни генералов, ни конницы, ни стрелков. Ну что такое один отряд арбалетчиков? Плотности огня никакой. Ну что-то там, конечно, может. Такое себе. Ну поехали! Это наша битва за Рим, друзья. Господь помогает от вас на битву. Так, ну, я построился. Творить будем, в принципе, все то же самое, что мы творили в прошлом бою. Так, Гена, давай тебя тоже куда-нибудь сюда. Сразу же нанесем им чардж. В прошлом бою получилось весьма неплохо. Сняли сразу 12%. Вот. Здесь удалось найти довольно-таки интересный склончик. Всем поставил стрелять без приказа. Поверх голов. Надеюсь, в этот раз будет лучше, чем в прошлый. Потому что в прошлый раз, ну, как-то совсем все некрасиво получилось, довольно-таки долго арбалетчики и не шмаляли, да? Но вообще их можно, наверное, даже поближе вот так поставить. Ну, должны, по идее. Ладно, поехали. Враг получил подкрепление. А, то есть вот так, да? То есть вот так все делаете. То есть основная армия, она оттуда пойдет. Ух, ну это печально. Печально, друзья. Арбалеты работают. Значит, конницу мы вот эту убираем. Давайте немножко. Хвала. Ух. Просто смяли. Но вот эти немецкие рыцари, конечно, это мощь. Это серьезная пока все мощь. Складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Ну пускай арбалетчики развлекаются, у них там много зарядов. Вот так вот вы решили, да? О, они спиной еще развернулись. Молодцы какие. Так, ребят, вот вы не стреляете, не надо. Хорош. Арбалетчики-то хрен с ними, у них там за боезаряда тьма тьмущая. Чего остановились? Наверное, для чарджа остановились. Так, пожалуй, тоже хорош стрелять. Они уже все, они уже ушли. Не стреляйте. Отлично. Ну. Смотри, возвращаются засранцы. Я уже думал, все, вы убежали совсем. Ну не хотите так, сделаем так. Какая разница? Да никакой. Мы выигрываем битву. Но они особо-то не убегают. И враг будет разбит. Смотри, какие гордые пошли ополченцы-то, а?
Их там всех перебили уже к чертовой матери, они все никак. Тем временем враг к нам подкрадывается, да? Ну, коли так подкрадывается, бежи. Давайте вот так развернемся. Эту конницу переведем на этот фланг. Вот этих ребятюшек тогда пошлем вперед. Конечно же, вот с этой фигней. Так, ну и вы вот здесь пока. На горочку зайдите. Ну все, с подкреплением разобрались. Ну, точнее, с этими первыми двумя отрядами. Остался гарнизон Рима. Гарнизон Рима. Во всей своей, друзья, красе. Бегут. Бегут, засранцы. Ну, сейчас мы по ним сперва так отстреляем. Потом эдак отстреляем. Так, они строятся, да? Ну, стройтесь, стройтесь. Давайте конницу немножко так вот выведем вперед. Я все же хочу провести конный чардж. Ну, отлично, там о них. Ату-ату. Где я умудрился процент потерять? Вот же ж. Так, скорость снизим, а то я не успею расставиться. Побежали. Главное, чтобы нигде не застряли ребятушки наши. Так, и арбалеты наши. Арбалеты, друзья. Забыл про них. Ну, как я умею, да? Блять, камень помешал. Ох, вот здесь вот шикарно прошли. Проходите дальше. Проходите дальше. Здесь отступаете. Сколько там уже? 40. Просто 40. Ну не идите. Чего же вы делаете-то, ребят? Нельзя же так. Нельзя же просто ходить. Что меня здесь? Расстреляли почти целый отряд. Молодцы. Молодцы. Что еще им можно сказать, кроме как молодцы? Ничего. Так. О, в стрелков иди. Навалим. Конечно, помешают, наверное, вот эти вот засранцы, да? Кто? Итальянские ополченцы. Ну, пробежали сквозь и летим чаржем стрелков. Нету отряда арбалетчиков, короче. А от слова совсем нету. Так, а чё вы не убегаете? Скажите мне на милость. А чё вы от них вообще убегаете? Ну-ка, чарджем снесли 14 человек. Вы чё, в самом деле? Так, вот эта конница аккуратно. Ох. Вы чё это удумали-то? Да, здесь все хорошо, арбалетчики работают, все люди в курсе, да. Здесь снесли отряд чарджем, все хорошо, без каких-либо серьезных проблем. Вот здесь надо отойти построиться, я думаю. Тут за нами итальянские морячки гоняются. Здесь тоже надо отойти построиться для следующего чаджа на этот отряд. Ты смотри, прям за нашей конницей гоняются. Ублюдки. Сейчас я вам покажу, как за мной гоняться-то. Так, ну, наверное, в морячков, не знаю, тяжелая пехота. Опасно чарджить. Я бы, наверное, ударил бы сперва вот этими ребятами. Так, что там, построились? Ну, практически. Но тут плохо камень единственное, да? Так, сейчас ударим и потом вот этими ударим. Все хорошо. Смотрим вот здесь чардж. Ой, главное, чтобы они не успели поставить колья, а то они так успели поставить. Вот ублюдки. Отходите, парни. Так, здесь зажали мы отряд. От отряда мало что осталось. Но наши тут гибнут. Легкая конница гибнет. Все-таки она не для этого предназначена, да?
Так, здесь что? Здесь за нашей конницей прям в наглую гоняются, сволочи. А, сволочи. Ну-ка, два отряда. Где вообще мои арбалетчики? Почему не функционируем? Ну-ка, убить нахер всех. А вы вот в жопу зайдите. Вот, и дождитесь приказа партии. Что, убегают? Нет, не убегают. А арбалетчики один отряд, займитесь нехорошими дядями. Да, здесь у нас что? Тиёк. Что делать? Вот здесь построились, пошли в чардж. А эти ребята, я не знаю, куда-нибудь свалить вообще. Я не знаю, куда. Не надо за мной ходить. Отстаньте, противные. Фу! Фу на вас! 28 морячков. Ну, в спину-то промассировать вы сможете. Ну, я надеюсь, что сможете. Вражеский полководец. Бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. Ну и, собственно, на этом все закончилось здесь, да? Ну, отлично. Мы взяли в плен вражеского полководца. Ага, обои грохнули. Отлично. Что тут? Докуда-нибудь достаете? Не особо. Вот как раз чардж за морячками пошел. Они навстречу. Ну, вроде как успешно. Нет. Хрен просышь. Ну, вроде да. Но здесь уже встречаете вот эту вот какаху эту. А, арбалетчики, не стрелять. Фу-фу-фу. Все, хорош. А, вот этот отряд, вернись на родину. Вот этот отряд, тоже вернись на родину. Море, там, наша легкая конница, пускай поиграет с ними в догонялки, если хочет. Вот, противник возвращается к нам. И это хорошо. Сейчас вот это подметем, можно будет снова включить арбалетчиков. Так, пошустрее чутка давай. Ну вот, этих вы убили, загрызли, теперь этих грызить. Вот они за нами идут. Супостаты чертовы. Так, вы отойдите. Арбалетчики работают. Вот как раз. Вот. Наступил день полива. Сейчас о них расстреливать будут. По красоте. Ну, где арбалетные эти? Вот они полетели. Ой, прелесть какая. Какая прелесть это ваша заливная, слышь. Так, ну и все тут, я так понимаю. Дальше экшона не предвидится. Один отряд, все, убегают. Ну что, какие противные-то, а? Пошлем легкую каву собирать урожай. Ну все, уже должны выйти из зоны поражения. Не вышли. Все-таки они один раз по своим... конец. Смотри, как тут досталось. Раз, два, три, четыре, пять. Пятерых конников наших положили, если не больше. Жесть. Просто жесть. Немножко не рассчитал. Я думал, они уже выйдут к этому моменту из зоны поражения. Но один единственный залп все-таки Friendly Fire сотворил. 40 потеряли, 1500 убили. Ну, прямо вот баланс, друзья. Баланс. Прямо балансные. Рим, друзья, Рим, я думаю, наш. Всех казнить, конечно же. Они все падают. Рим забираем себе. Да сила. Вон, Милан нам очень рад уже. Давай, забирай столицу. Можно грабануть на 15 штук.
а здесь лишь 7. Но я думаю, будем грабить. Я думаю, Раска мы оставим здесь, наверное. Блин, ну, не знаю, деньги нужны, не нужны. Не, уничтожим. Уничтожим, да? Да, уничтожим. Хорошо. Денежка, она и так капает уже. Учитывая, что у нас в половине городов нет наместников, мы там ничего не можем себе заказать, построить. Я думаю, денег достаточно. Здесь первым делом, конечно, церковь построим. Потом что-нибудь типа ратуши построим. Потом суп с котом, башня. Да, еще и переобучить можно. Шикарно. И купца наймем. Все, прям все по фэншую. Еще чирик остался. А что у нас тут рядом? Рядом у нас Флоренция с полным стеком сидит. Так, а ты его можешь ушатать? Ну, слушай, ты шатун какой, прям медведь-шатун. Казнил гада. Молодец. 74 уже, давай вот в Рим перебирайся. Здесь форт пустой, не пустой, не видно ни хрена, пустой вроде, да? Ну, отлично. Вообще отлично, да? Так, ну, это с этим я потом разберусь. Что мы будем делать дальше? Вот, наверное, вопрос, который интересует всех. Всех интересует, что мы будем делать дальше. Ну, по идее, дальше продолжать убивать папистов я не хочу. Но это вообще ни о чем. Я думаю, последние две серии вы в этом убедили, что с минимальным количеством потерь мы очень легко их разбиваем. Да, были у нас вот здесь проблемы, но только из-за того, что у нас вся пехота, блин, с другой стороны была. У нас освободился вот стек. Потом без всяких проблем можем высадиться где-нибудь под Флоренцией, все это дело разбить. Из Рима пойти вот сюда, в Нанкону, здесь полстека. То есть, ну, никаких проблем. Но я это, наверное, делать не буду. Я, может, даже замирюсь вообще с папистом. А может, захвачу, но показывать не буду. Как я уже говорил, ничего интересного в этом нету. Постараюсь к этому моменту заключить перемирие с Сицилией, чтобы она меня не домогалась. Может, даже Мальту отдам, она мне не нужна. Мальту вообще хорошо отдать, это если всех папистов убить, вот, и напоследок Мальту им подарить, вот, чтобы папа там появлялся, а то он сейчас возле Рим так и будет появляться, по крайней мере, в других модах это так было. Вот. И еще я, наверное, хочу сделать еще одну серию по этому моду, последнюю. Сразимся вот с этой византийской армией, посмотрим, какие силы. Здесь неплохая армия, здесь у них всадники с дальним боем. То есть так просто у нас не получится, тем более их здесь много, еще и туркополы. Вот. Придется нам потерпеть обстрелы. Плюс есть рыцари, плюс есть всякие контртатои тут, некислые, куча лучников, просто куча. Но на самом деле стек такой себе. Тут просто, я не знаю, просто тупо на них идти надо, не стоять под обстрелом, а тупо идти под... и нападать. Да, конечно, вот эти гады делов натворят, но я думаю, как-нибудь справимся. А дальше идти влетать в них. Ну, в общем, в любом случае тут батл надо показать. Посмотрим, что из себя военщина Византии из себя представляет. И, наверное, на этом все. Проведем вот батл один с Алексием Третьим. И сделаем еще один обзор карты. Через сколько ходов это будет, я не знаю. Пока армию какую-нибудь сформирую. Пока переправлю. Ну, можно на... на основе вот этой, наверное, сделать. Да, вот вместо Флоренции на корабль посажу вот этого нашего Прокопия. Вот как раз переобучись, все дела. Сделай тут себе. Я и забыл, что здесь надо все вот это сделать. Ну, то Палермо можно смело качать вот в это дело военное. Так, конечно, мод шикарен, но вообще свои выводы и все остальное, наверное, на следующей серии я оставлю. На сегодня все, друзья. Ставьте лайкосы, пишите комментосы, ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем хорошего, пока-пока.